Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге «Великий музей мира». Сальвадор Дали. «Мелкие останки». 1927-1928 годы. Холст масла 64/48. Странная жизнь малявок, мелких останков, подчиняющийся своему внутреннему закону, так похожие на мир Жуана Миро и одновременно уже абсолютно далианская, наполненная визуальным символом мучительных эротических переживаний, существует и на изобразительной поверхности, и в стихотворных строчках поэмы «Виноградная гроздь гонится за рыбкой», опубликованной в августском номере 1928 года в журнале «Amique de las Artes». И рыбка и виноградинка были всего лишь малявки, разве что покруглее остальных, и сидели себе потихоньку, а прочие крохи носились туда-сюда, как кометы, оставляли кругленький мокрый след, но хвостастая звездочка, тоже малявка, укромно спала на столе. Есть козявки, куколки, червячки, есть и другие с ножкой, есть волоски и есть соляные крупинки. Перевод Малиновский. Ну, вот такое описание, необычное, может быть, по книге «Великий музей мира» к работе Сальвадора Дали «Мелкие останки», 1928 год. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.